те самые горы, друзья, до которых не добраться. Ну, сегодня я покажу, что происходит на этих горах, что находится по ту сторону горы, и посмотрим весь форест как на ладони. Все по порядку, а сейчас у нас стоп-кадр. Интересный стоп-кадр, мне нужна быстрая постройка. Так, мы нажмем быструю постройку и построим какой-нибудь домик. Ну, элементарный простой домик, даже и такой сойдет. Так, окейшки, нажимаем Е, подходим, нажимаем F и постройка готова. Можно жить и не тужить. Хорошо, мне нужен динамит. Возьмем динамит и посмотрим, что из этого получится. Так, поджигай, мой друг. Так, окейшки, готово. Сейчас мы устроим большой бабах. Так, закидываем и отходим подальше. Сейчас, друзья, устроим интересный стоп-кадр. Домик у нас ломается и появляется много бровен. Ух, делаем паузу, отрываем голову от нашего персонажа и полетели. Смотри, друзья, это реально такой... Там даже есть какие-то журналы. Те самые журналы, которые мы даже и не почитали. Там даже есть подушка. По идее, есть подушка, а она где-то у нас внизу. Реально получился такой интересный стоп-кадр. Можно даже сделать какую-то превьюшку интересную. Вот, например, вот так. На одной стороне у нас только и стоп-кадр, а на другой название ролика. Прикольно получается, реально очень экшен и реально такие даже детали прорисованы. Можно даже посмотреть со стороны там, издалека где-нибудь. Вот так смотрится все это дело издалека. Мы нажимаем снова паузу, это все дело разлетается, снова пауза и сможем снова наблюдать. Прикольно летать возле бровен, которые разлетелись. И журналы тоже отлетают. Они падают вниз, друзья, и все дело исчезает. Хорошо, вернем обратно голову нашим персонажам. Нормально звучит. Вернули голову нашим персонажам. А теперь можно сделать аборигена и его взорвать. Как он будет смотреться уже тоже в стоп-кадре. Сейчас сделаем, друзья. Нам нужна обычная аборигешка, мутант. Стоп. Мне нужен, по идее, динамит. Сейчас вернем динамит. Включим, наверное, все-таки топорик. Вернем, наверное, сейчас сделаем мутантом. И сделаем, давайте, наверное, обычным мутантом. Вот такого. Так, по идее, он должен появиться через 5 секунд. Сейчас он появится, и мы сделаем. Так, он появился, он в спячке. Так, секундочку, мы сделаем паузу и выберем динамит. А мы не сможем поджечь. А нет, сможем, друзья. Мы словно... Он спит, а он спит. Ох, секундочку. Кидаем под ноги. Это реально. Сейчас... Да куда ты ушел? Не получилось. Хорошо, давайте еще разок. А можно, по идее, просто сделать его где-нибудь в заперти, друзья? Это довольно интересно. У меня появилась идейка, сейчас быстренько сделаем. Так, верни-ка динамит обратно, он пускай бегает. Я даже не знаю, это убьет, не убьет нас. Ну, давайте мы его убьем. Он бежал. Какой глажопый-то. Хорошо, мы, наверное, сделаем сейчас. Мне нужно просто полетать чуток и сделаем, наверное, тюрьму ему. Сейчас сделаем тюрягу ему. Это будет интересно. Сейчас сделаем, наверное, стенку. Так, сейчас найдем стены. Где наши стены находятся? А можно даже просто сделать какую-то сарайку, поместить его в сарайку и там его взорвать. Это будет жестоко. Нужно сделать ему все-таки выбор. Вот, есть стенки. У нас есть стены. И можно сделать... Хотя можно, наверное, сделать не такие стены, а можно сделать просто... Даже не знаю. Давайте, наверное... Нет, я все-таки хочу, наверное, по-другому как-то. Он, наверное, перепрыгнет через маленький заборчик. Да, все-таки будут стены. Будут стены. Пускай вот такие стены. Сделаем маленькие. Это не тот, это фундамент, что ли? Это у нас не стены, это фундамент. Мне нужно, по идее, просто стены. Так, вот наши стены. Это не те стены. Да, черт возьми, как я долго не играл в Forest, и я реально уже все позабыл. Так, у нас есть лифт, это, наверное, не сойдет. Мне нужно что-то такое, даже не знаю. Ловушка. Хотя можно сделать даже и ловушку, поймать его уже в ловушку. Ох, у нас есть, прям уже готово. У нас есть уже готовый домик, его уже можно туда поместить и там его разорвать. Точно, это идея. Сейчас мы сделаем, наверное, все-таки стенку. Сделаем стенку уже к этому домику, чтобы он не вышел оттуда. Мы респанем и там его взорвем. Так, ну давайте вот такую стенку. Мне, в принципе, много не надо здесь строить. Вот такая стена уже готова. Окейшки. И строим. Можно даже и без двери, мы просто пролетим, наверное, внутрь. Вот так, пролетели внутрь, мне нужен свет, по идее. Тут слишком темно. Сейчас, друзья, мы это устроим. Так, F1, мне нужен один оборегешка. Надеюсь, он появится прямо внутри. Сейчас посмотрим, где он появится у нас. Он прям за этой территорией? Ну хорошо, давайте еще одного. Мне не жалко. Я могу его нажать по несколько раз. И появится очень много. И стопудово один из них появится внутри. О, появился. Он спит себе. Можно сделать ему, наверное, костер. Сейчас мы сделаем. Вот так уютненько будет. Ребята, это ваш костер. Так, сварганим. Так, не бейте меня. Это ваш костер. Живите, не тужите. Хорошо, полетели обратно. Мне нужно вы отсюда обратно. Ребята сидят там. Какие-то здесь трупы раскинули. Хорошо, мы приземляемся уже на землю. Включок вот может, меня не убили. На всякий случай. О, сколько вас тут? Какие вы тут грозные.
Да, их там всего лишь двое. Ну, в принципе, этого будет достаточно. Мы берем динамит. Там, походу, стенку ломают уже. Кто там ломает стену? Сейчас разберемся. Я, по идее, строю, а мне уже ломает стену. Так, нужно починить. А, по идее, нужен топорик. Хорошо, быстренько поджигаем динамит. И сейчас посмотрим этот стоп-кадр. Ну-ка, давай-ка поджигай скорее. Пока не разломали стену полностью. Ребята, и вас там двое, и вас там просто... Сейчас закинь динамит. Эх, не получилось. Ну, в принципе, должно получиться. Ух ты, мясо. А где был... А где пауза была? Паузы не было, друзья. Жалко, конечно. Сколько мяса. Хорошо, можно найти, по идее, другую аборигешку и его разорвать. Надеюсь, получится. Ну-ка, давай-ка поджигайся. На удачу, реально. Так, он стоит, машет нам, конечно, по барабану почему-то. Он сложно нас не дергает. Так, ребята, стойте на месте, и мне нужен всего лишь один стоп-кадр, и реально будет интересно. Вам будет неинтересно, а мне будет интересно. Так, секундочку. Куда подходит? Даже не знаю, куда бросить-то. Убегает. Хотя у нас другая идея. Сейчас сделаем. Так, мне нужен просто топорик. Просто топорик, и мы, наверное, респанем их побольше. Ух, сколько можно. Можно сделать реально колизей и просто респануть там, устроить такие бою. ФПС проседает, что? Ничего страшного. Все, быстренько хватаем динамит, это дело бросаем, и просто стопудово одного мы захватим. Мне нужен реально стоп-кадр. Друг друга... Сколько вас здесь? Все одинаковые. Так, один сидит уже. Как-то разбежали все разные стороны. Стой. Куда кинуть-то? У вас так много, даже не... глаза разбегаются. Бросаем сюда, друзья. Стой на месте. Ух ты, да, это получилось. Сейчас посмотрим, что получилось. Просто реально в мясо. Сколько мяса, жесть. Там даже огонь такой. А чувака реально ничего не осталось, только кучка мяса и все. Смотрится реально, это прикольно, друзья. Какие-то еще столы. А, тут, походу, был стол, и он просто отлетел в сторону. А куда делись все деревья? Они были сверху или их не было? А вот появились, нормально. Видимо, такой стоп-кадр получился. Это буквально, не знаю, одна секунда. Мы поймали этот момент, и прикольно смотрится. Так, я нажал еще разок. Ну-ка, давай еще разок. Пропустим. Жалко, нельзя по кадру сделать. А тут, кажется, головешка валяется. Это точно его голова. Только пол головы. Ух ты, жесть. Давненько не видел такого в играх. Реально пол головы, и виден даже мозг. Какой к черту мозг у абориген? Я не понимаю. Это реально экшен, особенно сверху. Словно GTA... номер один. Так, у нас что там происходит? Это просто палатки. Да, друзья, прикольно смотрится. Можем вернуть персонаж гол. Вот так смотрится уже в игре, друзья. И еще раз стоп-кадр. Что у нас получилось? Что у нас получилось? Черный экран. Видно уже все. Дым рассеялся. И вернем обратное. Ох, мне кажется, ударили. Так-то, ребят, спокойно. Хорошо, мы уходим. Мне кажется, ускорение не работает. Потому что какой-то глючок произошел. А где головешка? А вот та самая голова. Нет, секундочку, это не та голова. Чья-то чужая. Хорошо, наверное, ускоримся, потому что ребята мне пристали. Их реально много, и можно респануть реально много мутантов где-нибудь в Колизей и устроить бои. А даже можно устроить бои с игроками. Взять копья и просто реально гаситься. Так, хорошо, у нас вот есть крокодилы. Можно рассмотреть крокодилов близко. И сейчас мы найдем одного крокодила. Так, ускорение мы выключим. Быстрая постройка, пускай останется. Хорошо, друзья, мы ищем... Ох, у нас и черепашка. Можно рассмотреть черепашку. Пока ищем крокодила, можем просто... О, крокодил. Сделаем уже паузу в игре. И полетели, друзья, смотреть. Не размыто, реально. Интересно, можно сделать превьюшку. Ну, вот так, превьюшка. Мордашка крокодила. О, как смотрится, грозно. Интересно, получается, стоп-кадр, и можно... О, даже шайка захватилась. Жесть. Какой он красавец. Ну, конечно, текстурка не нравится, но на четверочку точно тянет. Там где-то у нас была еще черепашка. Сейчас посмотрим черепашку, у черепашка есть. Черепашка, как ты смотришься вблизи? Какая миленькая черепашка. Нормально. Вернем голову персонажам. И даже можно сделать стоп-кадр, вот именно когда он кусается. Это реально прикольно получается. Ну-ка, нужно поймать этот момент. Нет, я, конечно, не успел, эта кнопка слишком далеко находится. Ну-ка, давай-ка еще разок. Оп, не поймал. Сейчас поймаю этот момент, реально прикольно получится. Давай-ка еще. Да, жесть. Ну, укуси меня. Эх, ну, практически получилось, что укусил. Слишком поздно нажал. Ух, как смотрит, друзья. Да, наш персонаж без головы, как всегда. Но смотрится, в принципе, реально круто смотрится. Хорошо, вернем голову. Ну-ка, прокати меня. Прокати меня до самой горы, друзья. Что у нас дальше по списку? Абориген стало больше, потому что я их, походу, расплодил. Ну, так получается. Хорошо, мы включаем уже, наверное, взлет и полетели, друзья, к самой горе. А можно полететь, наверное, все-таки к кратеру. Спуститься в кратер и посмотреть, что у нас там происходит. Хотя там ничего не изменилось, стало больше только мутантов и все. Вот таким элементарным способом можно просто спуститься очень быстро в кратер.
Я уже слышу, мутанты где-то. Они появляются, а вот они, друзья-мутанты. Они спят. А у нас есть динамит? А у меня нет динамита, можно, в принципе, респануть. Но, кажется, я не помню, какой именно. Можно, конечно, где-то дело прописать. Секунду, я, кажется, нашел бомбу. Так, это бомба. Ох, друзья, это бомба. Это коктейль молотова. Нет, это бомба. Хватаем бомбу. Так, я больше не могу взять, что ли? Хорошо, хватаем бомбу. И сейчас устроим стоп-кадр здесь уже. Так, наверное, бросим вот сюда. Эх, нормально. Ребята, держите. Нет, не успел, что ли? Они отлетели в сторону. Ох, нет, все-таки одного мы зацепили. Ну что, посмотрим. Маленько, конечно, размыто. Стал черный даже. Ух, какая-то кровь вылезла. Жесть, реально такие стоп-кадры в форесте. Это реально круто смотрится. Очень необычно. И тут просто мясо. Мясо, видим, какой-то картон, что ли. Даже не пойму, что такое. Да, это, видимо, картон, потому что здесь очень много деревянных ящиков. Так, продолжим. Дальше стоп-кадры, что у нас тут есть. Тут кровь у нас почернел, чувак. А дальше у нас, походу, и считает другой мутант, маленько размыт, потому что он в движении. Все размывается, можно даже сделать вот таким макаром. Нет, он не стал четче. Ну хорошо, вернемся обратно, где взрыв произошел. Вот наш взрыв произошел, тут только кровь и все. Ну нет, хотя бы есть мясо. Мясо, дерево, все вперемешку, и смотрелось, конечно, просто жестко. Вот наш мутант разозлился. Теперь у нас есть много динамита, в принципе. Нашли быстренько динамит. Большой список, и там реально все есть. Ох, у нас есть другой мутант. Сейчас кинем, наверное, к этому. Держи. Ох, ну идеально бросил, он просто ушел куда-то. Он ушел под воду. Он просто реально ушел в бункер. Так, хорошо, к другому подойдем. Ну-ка, давай-ка бросим. На удачу. Нет, не получилось. Ну, давайте посмотрим, что получилось. Он просто почернел. Все, мне нужно просто мясо. Мне нужно больше мяса, больше зрелища. Черт, отлетел. Они какие-то все камни рушат. Реально все камни, я такого не видел ни разу. Так, хорошо, стой на месте. Мне нужно еще раз бросить, наверное, чуть наперед. А он идет вперед. А куда упал? В текстурку-то? Реально куда? В текстурку упал. А он прям под ноги. Он даже прыгать умеет. Он еще живой. Так, по идее, там есть еще парочку динамита. Сейчас быстренько заберем. Так, куда он делся-то? А он мерцает, вижу. Так, хватанули. Да, хватанули. Сейчас посмотрим, где он у нас. Куда-то делся. А вот он стоит на месте. Возьмем динамит, уже готовый. Это гораздо удобнее. По идее, этот мертвый, что ли, уже? Он решил просто отдохнуть уже. Он, видимо, просто утонул, поэтому он помер. Хорошо. Сейчас мы уничтожим вот этого и посмотрим, сколько мяса будет от него. Мне нужно мясо. В форесте мне нужно мясо. А он еще живой, что ли? Слушайте, реально какой-то живучий. То мне больше нет динамита, а сейчас мы респанем. Мне нужен динамит. Так, где он, кстати? Я его потерял, что ли? Так, вот я листал здесь и, походу, потерял. Так, есть коктейль молота, увижу. А вот динамит что-то я потерял. Хорошо, не будем тратить время. Слишком много искать. Мы вернемся, наверное, все-таки обратно. И у меня появилась другая идейка. А какая идейка, сейчас я вам, друзья, покажу. Так, можно сделать длинную канатную дорогу. Ну, конечно, можно сделать от самой горы и уже просто через весь остров. Это сделаю отдельный ролик, вы посмотрите. Довольно будет интересно. И, наверное, реально незабывающе. Но я хочу сделать канатную дорогу гораздо покороче. И где-нибудь, наверное, ну, хотя бы вот здесь. Вроде есть возвышенность такая неплохая. И прям вон туда. Деревья не будут мешать. Можно сделать прокатиться. Прокатиться с ветерком. Хорошо. Спасибо разработчикам за такую хорошую постройку, как канатную дорогу. Так, нужно поставить как-то ее нужно. Поровней. Вот так. Чудесно. Хорошо, погнали вперед и найдем местечко, где можно ее установить. Главное, чтобы не мешали деревьям. И главное, чтобы пейзаж был красивый. И можно прямо вот сюда. О, получается. Это реально можно прокатиться. Нам ничего не мешает. А хотя можно даже и вот сюда сделать. Получается? Ух, да, получается. Интересно, можно спуститься? Интересно, а если гораздо будет угол острее, значит будет скорость быстрее. Ну, логично, в принципе. Хорошо, мы разделим вот тут. Довольно хорошее место, так, возле деревьев еще. Хотя можно сделать даже две. И тут сделать, и сделать, наверное, чуть пониже. Так, можно... Так, она готова, и можно прокатиться. Наверное. Надеюсь, есть наклон маленько. Хорошо, сделаем еще вторую, вернемся обратно. И как раз оттуда мы стартанем. Можно сделать вот тут, я думаю. Прямо возле водички. Так, одно готово, и полетели на то же самое место. Как-то не очень летает быстро. Сейчас долетим и поставим. Прокатимся на одной и на второй. Будет довольно интересно. Можно даже поставить, наверное, ну, рядом пускай поставим. Главное, чтобы не мешало ничто. Ох, жесть. Ну, конечно. О, в принципе, удобное место. Чуть пониже. И готово. Да, две канатные дороги готовы. Мы можем прокатиться на обоих. Сейчас, друзья, проверим. Мы приземляемся на землю. Год-мод мы отключим. Так, мы скорость тоже отключим. Быструю постройку пускай останется.
Ну что, прокатимся? Тут мне, кстати, кажется просто ровно. Ну, сейчас посмотрим. Может цепануться? Да, может цепануться. Я даже не знаю, будет на как, сколько скорость будет быстрая. Но мы летим. Мы реально летим, набираем скорость. Ух, хо-хо-хо. Пролетаем уже. Слушай, сколько брюн валяется. Я их раньше не замечал. Ну да, скорость, конечно, не очень, потому что наклон реально маленький и скорость не там. Но если будет наклон гораздо острее, тогда будет реально скорость быстрее. Все логично и просто. Ну нет, нет, конечно, не то скорость, мне совершенно не нравится, это не то. Мне нравится, конечно, но взлетели, сюда мы взлетели хорошо, это, конечно, чудесно. Хорошо, взлетаем обратно, полетели туда, и прокатимся уже гораздо побыстрее будет. Так, ну полетели. Кстати, есть такой миф, что нос самолета уже заранее приготовлен здесь, друзья, то есть на острове. Его не было в воздухе, но он уже очутился именно тут-то. Интересный, конечно, миф. Хорошо, приземляемся сюда. Сейчас, секундочку, мы это дело отключаем. Только главное не разбиться, когда приземляемся. Вот, нормально. Да, она гораздо поострее будет, но, конечно, не очень острая. Можно, конечно, где-нибудь повыше поставить. Эх, какого черта, полетели вперед. Ох, сейчас наберем скорость. Сейчас, секундочку, наберем скорость. О, вот это уже кое-что. Реально такой аттракцион в форесте. Если еще увидеть виртуальные очки, это просто будет так, что смотрим в разные стороны, наблюдаем. Правда, эти руки, которые просвечивают, смотрятся не очень. Но мне кажется, буквально чуток быстрее стало. Прилетаем в красивые горы с правой стороны, с левой у нас лес. А прямо по курсу много абориген. Их сейчас нету, сейчас мы их сделаем. Ребята нас будут ждать. Да, можно респаунить всяких разных абориген, можно мутантов и всякой живности, которая существует в форесте. Отходим чуть подальше. Ох, у нас есть женщина, мужчина, и еще один, походу, вожак. Это все, что ли? Я вроде больше респаунул. Хорошо, мы отсюда улетаем. Так, ребята, спокойно, и отсюда улетаем. Включаем. Полетели. Ох, меня с одного удара, друзья, убили. Ну, хорошо. Это, в принципе, хорошо. Мы сейчас посмотрим интересную заставку. Мы делаем паузу, и мы можем посмотреть, кто меня тащит и за что меня держит. Да, друзья, вот таким макаром мы посмотрели этих двоих. У них есть оружие, они кровожадные и нас тащат. А куда именно? Вот, так есть, хорош, хорош. А почему-то снова стало как-то размыто. Так, мы нас несут, походу, в какую-то пещеру. Да, мы знаем, в какую пещеру нас не ведут, но, по идее, ребята ведут нас не туда. Та пещера находится вон в той стороне. Ребята, вы не туда меня ведете. Где они, кстати? Я их потерял. Они размыты, их плохо видно. Их потерял. Ну, в принципе, можно вернуть голову обратно и просто вернуть обратно. Вот таким макаром. Очень просто и элементарно. А ребята уже куда-то ушли без меня. Что за происходит? Я просто безголовый чувак валяюсь. Реально такой стоп-кадр получился. И как назвать, интересно, этот ролик? Мне отрезали голову. Всадник без головы. Да, можно, в принципе, продолжить. Feeling like a renegade, somebody save me. Standing in the midst of the crowd, but nobody sees me.